В исполнении народного ансамбля танцевестница Октябрьского центра «Досуг», дорогие друзья. Вы знаете, аж мне захотелось пуститься в пляс. Вот удивительно, как удаются вам такие движения. Я знаю, что вот вы руководитель этого замечательного коллектива. Дорогие друзья, хочу представить, Александр Яковлевич Сарнавский сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Стоит прежде всего сказать, что народный ансамбль танца «Вестница» один из популярных творческих коллективов Октябрьского района. На вас равняются, с вас берут пример, это очень важно. Вас знают, вам аплодируют на фестивалях, на конкурсах. Александр Яковлевич, в чем секрет такого успеха, как вы считаете? Я считаю, секрет нашего успеха – это в трудолюбии. Мы нашему коллективу в прошлом году исполнилось 25 лет, и мы занимаемся одним и тем же делом 3 дня в неделю по 3 часа. Это такое магическое число. И потом, когда занимаются им 25 лет подряд, приходит успех. Скажите, не потому ли, что такая большая биография у коллектива, ваш коллектив отличается особым владением именно вот национального фольклора? Ну, мне в свое время повезло попасть жить в Октябрьский район. Я не уроженец.
И поэтому я благодарен, конечно, судьбе, что мне довелось здесь жить и увидеть славные традиции, славные интересные моменты жизни Рудобелки. В каждой деревне есть свои танцы, есть свои истории, свои идеи для создания танцев. Но есть уникальные люди, которые помогли как бы встать здесь на ноги и поддержали. Поэтому вот мы имеем то, что имеем сегодня. А можно личный вопрос? Вот каждый вообще ребенок может научиться вот так вот? Я считаю, каждый. И даже не ребенок. А, то есть можно, есть шанс, да? Спасибо большое. Еще один вопрос. Для того, чтобы действительно уж так по полной программе начать «Добрый вечер» в Гомеле, у вас есть любимое место в Октябрьском районе? Ну, конечно, у каждого человека, наверное, есть любимое место. Даже в Гомеле у меня есть любимое место. А в Октябрьском районе, напротив моего дома, у нас есть озеро. И ну, вот речка, которая протекает рядом с озером Неретовка, обросла такими большими раскидистыми ивами. И вот под одной из этих ив как бы мы каждый год собираемся с семьей. Может, даже один я прихожу рыбу половить, посидеть. Это самое лучшее для меня место. Вы знаете, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли сегодня на наш эфир. Вы знаете, мы всегда будем рады вас видеть в нашей студии. Творческих вам успехов. Вам спасибо. Дорогие друзья, вот так танцуют в Октябрьском районе. Сегодня передача «Добрый вечер, Гомель» расскажет о жителях этого удивительного края, о традициях и обычаях Октябрьщины. Вы знаете, вот уже 20 лет Октябрьский район является местом, где объединяется прошлое и настоящее. В 1998 году здесь прошел первый республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берогиня», который за эти годы стал известным во многих странах. Два раза в год на Октябрьской земле собираются талантливые артисты, музыканты, ремесленники из самых разных стран, чтобы продемонстрировать уникальность народных традиций. Вот каким будет «Берогиня» в этом году, как вообще местные жители готовятся к самому яркому событию года, расскажут наши гости. Встречайте, пожалуйста, управляющий делами Октябрьского райисполкома Валентина Владимировна Шлопакова у нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу пригласить в студию методиста организационно-методического отдела Центра культурно-досуговой деятельности Октябрьского района Юлия Кулак у нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь. Валентин Владимирович, ну вот расскажите нам, да, почему именно на Октябрьщине появился такой уникальный фестиваль, как «Берогиня»? Добрый вечер всем. Я думаю, что другого не могло и быть. Дело в том, что первое упоминание о селе Рудобелка, как называют еще Октябрьский район по-другому и правильно называют, датируется 1507 годом. В 18-19 веках имение Рудобелка принадлежало известному и богатому роду Лапа. Так вот, вот этот род в свое время дружил с нашим известным писателем белорусским и польским сейчас Дуниным Мартинкевичем. Еще тогда в поэме «Купала» Дунин Мартинкевич сказал, что «я не могу не приезжать в Рудобелку, потому что там такое происходит, а то, что происходит, он описал в поэме «Купала». Так вот, сегодня мы вспоминаем этот момент. Почему? Потому что уже с тех времен обрядность, обрядовые традиции, цикличность праздников, повторение и дань уважения к этим праздникам воспитывалась из поколения в поколение. На современном этапе, конечно же, были годы разрухи после войны, мы это все помним, мы это знаем. На современном этапе все это стало возрождаться в 70-е, 80-е годы, активно возрождаться. Каждое село района имеет свой престольный праздник. Каждый житель знает, как проходит этот праздник, что делать на этом празднике, что особенного в этом празднике. И вот так получилось, что фольклорист, именно в 90-е годы, известный фольклорист, тогда сотрудник Института культуры фольклорного отделения, скажем так, Микола Козенко, посетил наш район просто с фольклорной какой-то целью, миссией. Да. И как я уже сказала, у нас ничего не умирало, у нас продолжало расцветать
действовала. В каждом учреждении культуры, в каждом селе, в каждом учреждении образования. Он поприсутствовал на одном из таких праздников и, сказать мало, восхитился. Он просто жил этим праздником, тем, что там происходило. Более того, у нас тогда еще жили люди, которые из поколения в поколение сами сохраняли и возрождали, и передавали те лучшие традиции. Он любит повторять о том, что в фольклоре ничего не может быть лишнего. Голос – голос, волос – волос, нога в ногу. Все это очень важно. И более того, уже тогда, конец 80-х, 90-е годы, у нас открылась новая школа в районном центре, где руководитель этой школы, директор этой школы, совместно с начальником отдела культуры Светланой Анатольевной Березовской, это была Любовь Сергеевна Шейко, они просто жили фольклором, сами жили фольклором и теми людьми, которые занимаются этим искусством. В школе были отдельные рекреации, которые были посвящены данному виду искусства. Это гончарство, это соломоплетение, это плетение рушников. Ткачество. И детям преподавались уроки мастерства. Это были мастер-классы, а после уже настоящие уроки, которые были включены в учебную программу. Вы знаете, вы с таким восхищением, с такой гордостью рассказываете про Октябрьский край, про людей, которые там живут. Я не удивляюсь теперь, почему фольклорный фестиваль «Бирогиня» – это действительно гордость Октябрьщины. Согласитесь, дорогие друзья. Знаете, действительно, это уникальный проект, аналогов которому просто нет нигде. И стоит напомнить, что начинался он как региональный, со временем приобрел статус республиканского. Юлия, расскажите вы нам, пожалуйста, каким же стал фестиваль за эти 20 лет? Да, хочу отметить, что это единственный фестиваль в Республике Беларусь, ориентированный и направленный на традиционную культуру. Сохранить, развить, популяризировать самые лучшие виды традиционного искусства, показать их уникальность не только нашим зрителям, но и гостям из зарубежья – это главная задача сегодня фестиваля. На наш фестиваль ежегодно съезжается очень много гостей, зрителей, участников из Республики Беларусь, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Помните, например, сколько было на первом фестивале и сколько собрал вот последний? Каждый год география нашего фестиваля расширяется. В 2016 году было более 800 человек. В этом году, мы надеемся, у нас будет более 1000. Поэтому в этом, наверное, и уникальность фестиваля, что каждый коллектив, он неповторим своей культурой, своей традицией, и мы имеем возможность передавать опыт других коллективов и показывать себя на нашей большой, красивой, гостеприимной сцене. Можно я добавлю немножко? Конечно. Вы спросили про географию и про количество участников. Так вот, я тогда говорила о том, что площадки расширялись, и география, и вообще цели и задачи фестиваля расширялись. И вообще первоначально фестиваль начинался как танцевальный конкурс. Микола Алексеевич начинал его как танцевальный конкурс, и затем, посмотрев у нас в районе, что мы умеем петь, мы умеем ткать, у нас сохранилось кузнечное, гончарное искусство, он стал расширять. Фестиваль – это конкурс в конкурсе, то есть несколько конкурсов, которые соединяются в единый фестиваль. Так вот, почему стало увеличиваться количество людей? Потому что вот на базе школы, которая потом стала районной гимназией, у нас еще была сформирована образовательная площадка, которую инициировало Министерство образования, традиционная культура и дети. Так. Соответственно, когда подключились учреждения образования, в учреждениях образования стали создаваться фольклорные коллективы. А каждый фольклорный коллектив – это отдельно взятый район, это отдельно взятая область, собственно говоря, те люди, которые приезжали к нам на фестиваль. Поэтому, вот Юля сказала, в 16-м году у нас было более 800 участников, но предыдущим еще годом ранее фестиваль, а фестиваль у нас, как вы сказали, проводится один раз в два года, да, было более 1300 участников. Ничего себе! Начиная... 1300. Где они там у вас поместились?
Там участвовали дети, начиная с детского сада, и взрослые люди, умудренные опытом, 80-85 лет. Ну, конечно, лет. Им есть что и, собственно говоря, то, о чем я и говорила, экспедиция, школьные экспедиции, не только в гимназии, этим заболел весь район, и, конечно же, хотелось найти самое лучшее. Посещали вот эти населенные пункты, в которых сохранились традиции. Очень хочется вспомнить мне сегодня, уже ныне, конечно же, покойных, может, родственники нас будут смотреть, Александру Ефремову, которая обучала детей тем манерам исполнения, которые действительно нигде никогда не услышишь. Варвару Верес из деревни Грабье. К сожалению, вот и дедушка из деревни Малын, вот на сегодня я не нашла записей, но он учил детей именно танцевать. Представьте, мужчина, который учил именно танцевать. Поэтому это очень важно. Прежде всего, Берегиня – это фестиваль, который воспитывает. Вы знаете, я уже представляю, как на сегодняшний день жители Октябрьского района, деревень, сел, да в каждом доме, наверное, готовятся к этому событию. Да? И вот здесь, наверное, конкуренция большая. Мне вот интересно, как вы вообще выбираете этих участников. Но на самом деле я бы хотела спросить, Юля, каким же будет вот 10-й юбилейный фестиваль «Берегиня»? Чем собираетесь удивлять в этот раз? Каждый год, конечно, организаторы пытаются вести какие-то новшества. Расширяется ряд мероприятий в рамках фестиваля «Берегиня». В этом году мы также планируем вести новые. У нас есть традиционные конкурсы. Это турнир танцевальных пар, это турнир молодежных детских коллективов, это презентация аутентичных и зарубежных ансамблей, это презентация декоративно-прикладного искусства. В этом году мы проводим конкурс рассказчиков народной прозы «Нестерка». Также в этом году уникальным у нас будет и конкурс солистов народных бытовых танцев «Жабка», «Микита», «Чоботы». И также в этом году мы планируем провести фестиваль, праздник песни, музыки и танца «Рудобельский баль». Ну а теперь самое главное, расскажите, когда можно приехать и посмотреть на эту красоту? 10-й юбилейный фестиваль фольклорного искусства «Берегиня» состоится 20-24 июня 2018 года. Спасибо. Дорогие друзья, вот на самом деле Октябрьщина полна тайн, загадок. Здесь сохранилось очень много народного творчества, фольклора, народных традиций. Ну, мы уже начали разговор о том, вот как удается сохранять, как удается возрождать местное ремесло, народную культуру. Давайте продолжим. Расскажите, я так понимаю, что сегодня фольклору и народному творчеству посвящено, ну, много мероприятий, да, и много учреждений занимается этим. Совершенно верно вы говорите. В погоне за экономикой мы, конечно же, не забываем о духовном. У нас на сегодня работают, функционируют 40 учреждений культуры в различных вариациях. Это клубное учреждение, это библиотечное учреждение, это дом ремесел, это центр культурно-досуговой деятельности, это УКЦ даже есть у нас. Понятно, что в каждом из этих учреждений культуры функционируют занятия по интересам, кружки, мастер-классы. Мастер-классы проходят. Это учреждение культуры, как мы считаем, это основа, которая формирует культуру и куда люди могут целенаправленно прийти. Ну, для того и созданы учреждения культуры. Кроме того, как я уже говорила, это учреждение образования. Более того, педагоги наших школ настолько действительно заболевают этим процессом, что, уходя на заслуженный отдых, они являются активными участниками различных ансамблей фольклорных, также методических участники методических культурных центров, которые у нас функционируют. И я хочу еще привести один пример. Вот у нас педагог, который тоже начинала, стояла у истока в Берегине, это Ольга Гавриловна Дульская. Она создала ансамбль «Рудобельские зорочки», которые действительно занимаются исключительно аутентикой. И вот, будучи уже, значит, не педагогом, она продолжает эту деятельность в учреждениях культуры. Более того, это все люди, которые являются неравнодушными. Сегодня фестиваль «Берегиня» — это не только песни, это не только танцы, это, конечно же, и прикладное творчество. Поэтому об этом поговорим далее в нашей программе. Но для начала я бы хотела, Юля, спросить про ваш, ну, если позволите, удивительный образ, про ваш вот этот
этот костюм. В двух словах. Я так понимаю, на работу вы не так ходите обычно, нет? Нет, конечно. Очень жаль. Но расскажите, что это за костюм такой? Чье это творение? Вы сами его делали? Нет, конечно. Это дело рук наших прекрасных мастериц дома ремесел. Прекрасная юбка. А вы можете пройтись, конечно, и показать? А мы поддержим. Прекрасный фартук. Прекрасные жакеты. Конечно вот же, прекрасный кокошник. Отлично. Это удивительный костюм, который отражает образ нашего края, нашей рудобельщины в цветовой гамме и вот в таком строе. А еще уникальной особенностью этого костюма является то, что его одевали женщины, когда выходили замуж. Это весельный строй рудобельского краю. Спасибо большое, Юлия. Спасибо вам большое за такую презентацию. Но это еще не все. Костюмов сегодня в нашей студии множество. Кстати, вот в такой рубахе приблизительно 200 лет назад в октябрьской деревне Гороховище мужчины ходили в гости. Как вам? Вы знаете, дорогие друзья, вот вернуться на 2 века назад в белорусскую глубинку, чтобы вот понять быт наших предков, на самом деле стало возможным благодаря удивительным мастерицам Октябрьского района, которые уже на протяжении 20 лет занимаются необычными исследованиями. Они восстанавливают народные костюмы своих предков. И вы знаете, я хочу пригласить в эту студию женщину, удивительного человека, автора многих подобных шедевров. Это мастер Октябрьского районного дома ремесел, член Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь Тамара Ивановна Станиславщик. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Тамара Ивановна. Вы знаете, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Вот это вот творение, скажем, ваших рук и ваших еще подруг-мастериц. Все верно? Да, это не только моя работа, но и всего нашего коллектива. Вот, кстати, коллектив Октябрьского районного дома ремесел на днях получил специальную премию президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. И вы знаете, вот в вашем лице мы вот так вот поздравляем весь ваш коллектив. Спасибо. Погромче. Тамара Ивановна, ну а сейчас расскажите нам, пожалуйста, подробнее про эту уникальную коллекцию одежды. Я понимаю, что приблизительно вот так выглядели женщины в октябрьских деревнях и селах где-то лет 100-200 назад, да? Да, все так. Вот так одевались, как вы сказали, это мужчины деревни Гороховище. Костюм состоял из брюк, рубашки, пояса и обязательно картуз. Вообще это свадебный костюм жениха. Я говорю, в гости. Пояс служил обязательно оберегом у мужчины. Вот эта вот планочка вышитая, это дерево жизни, продолжение рода. То есть это все значит со значением. Каждая вышивка здесь имеет свое особое значение. Так, да. Это дерево жизни, а вот, например, на рукавах эта вышивка. Это то же самое, это вот просто маленькие цветочки такие, как жизнь, продолжение жизни как бы идет. Женские костюмы удивительные, да. Расскажите. Вот это вот костюм, то же самое взрослой женщине, уже пожилого возраста, также деревни Гороховище взрослой женщине, потому что молодые женщины и девушки там носили головные уборы скиндочки, а здесь намитка. Подождите секундочку, скиндочки, что скиндочки. Это такое? Скиндочки, я вам покажу, вот такая скиндочка, это маленький рушничок. Но у вас тоже узкий. Скиндочка? Это тоже скиндочка, да. А это рушник, они все как рушники, но этот коротенький рушник, скиндочка. Больше обозначал молодую девушку. Да, молодую. А то, что подлиннее... И женщину молодую, так. Да. А это намитка. Она где-то была 3 метра, а то и больше. Она повивалась вокруг головы, и очертания лица становились и строже, и знатнее. Мне кажется, это очень интересно. Вот это костюм. Это такой костюм носили на праздники жители деревни Рассвет. Что здесь особенного? Вот этот вот саян. Он состоит из той же юбки и без рукавки, но соединен поясом. Это как бы одна композиция получается.
Цвет в основном такой был? Да, цвет более носили у нас бордовый. Потемнее. А какие еще вот особенности? И что особенно здесь головной убор? Вот это, например, чепец. Чепец это также носили женщины. Нельзя было показывать волосы на виду, чтобы были. Они убирались в этот чепец и завязывались тесемочкой, чтобы они не выпадали, потому что женщины их готовили. Счастливые женщины, ни парикмахерских, ни бигудей. Да, все прятали. И все. Все прятали, да. Скажите, откуда вы все это знаете? Откуда вы все знаете про эти костюмы? Это какие-то действительно уникальные исследования? Как вы это собираете, эту информацию? Да, это уникальные исследования. Мы ездим в экспедиции, ищем бабушек, дедушек, которые могли бы нам все это рассказать. Мы фиксируем все на фотосъемку, рисуем эскизы, записываем. И выучив вот этот, изучив весь материал, мы тогда создаем вот такие костюмы. Начинается самое... Вы представляете, она говорит, мы просто потом их создаем. А мне кажется, начинается как раз-таки самое интересное. Вот сколько времени занимает у вас, например, вот создание такого костюма? Сколько ушло времени и сил? Ну, наверное, если одну рубашку вышивать, наверное, недели 2-3. Одна рубашка-вышивка только идет. Потому что это ручная вышивка, и каждый крестик, он делается очень... Ну, мне кажется, вот ручная вышивка и каждый крестик, мне кажется, это заслужит исключительных аплодисментов сейчас в нашей программе. Спасибо. А еще я хотела бы остановиться на костюме, вот последнем. У нас в доме ремесел... Это вот эти вот ленточки, да? Нет, не ленточки, именно платье я хочу рассказать. Так, расскажите. Действует творческое объединение «Оберег». И вот на данный момент мы сделали костюм невесты, именно сегодняшней невесты. 2 года назад нам пришла молодая пара. Так. И попросили на второй день сделать у нас вот такой костюм. То есть народных традициях, да? Да, да. И мы вот невесте сделали такой вот То есть костюм, это современный платье. Костюм? Это современный, да. Но с элементами старины, скажем так. Да. То есть в таком костюме сегодня в Октябрьском районе можно вполне встретить невесту, конечно. Да? Конечно. Наталья, можно я добавлю? Конечно. Не просто можно, чтобы наши зрители телеканала не подумали, что это действительно какая-то заказной только костюм был. В отделе ЗАГСа Октябрьского райисполкома с помощью центра досуга снова вот сотрудничество и преемственность, различные сценарии свадеб, и именно традиционное наиболее востребовано. То есть у нас не исключение такие свадьбы. Замечательно, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Тамара Ивановна, а сколько вообще образов вот таких вот костюмов было создано за эти 20 лет, я же правильно сказала? 15 лет. И вообще сколько удалось реконструировать вот таких народных костюмов? Я уже даже и не помню сколько, потому что их очень много. У нас люди заказывают. И у нас в фондах очень много костюмов, которые в доме ремесел. Они, наши костюмы, ездят за границу, покупают у нас. То есть участвуют, я так понимаю, в выставках каких-то? Да, на выставках. Мы можем увидеть ваши костюмы вот на местных девушках. А где еще творение мастериц вот Октябрьского дома ремесел сегодня можно лицезреть? А еще мы сделали коллекции костюмов для наших коллективов на фестиваль «Берегиня». Это «Терешковые шудрики», это «Деревний рассвет», «Некрашинка» деревни Волосовичи, «Променчики», костюм. «Школа искусств». Пасах, вот. А вот, Тамара, вы уже меня простите, ради бога, но вот ваш костюм, это какой-то современный уже образ женщины Октябрьского района? Или все-таки это тоже имеет какие-то особенности старины? Это если можно, покажите нам, пожалуйста, покружитесь в этой красивой юбке. Посмотрите, дорогие друзья. Это мы ездили в экспедицию в деревню Рассвет, и нам бабушка одна сказала, что вот этот костюм носили молодые девушки. Вот, с цветами. Замечательно. Вот красиво очень. Спасибо большое. Вы можете присесть пока.
Вы знаете, Юлия, у вас, я знаю, есть, проходит еще в Октябрьском районе такой недавно появился местный проект «Агрофест», который ну, буквально несколько лет существует, и, если не ошибаюсь, он связан как раз-таки вот с местными обрядами, да? Да. Расскажите нам подробнее. Действительно, в 2016 году впервые мы провели фестиваль брендовых обрядов и праздников, который организовывается в каждом населенном пункте нашего района. Специалисты учреждений культуры стремятся восстановить, воссоздать, сохранить и развить те традиции, которые бытовали у каждого в своей деревне. И благодаря этому фестивалю у них это получилось. Мы возродили обряд коляды в деревне Заболотье. Мы возродили масленицу в деревне Волосовичи. Также мы возродили Троицу, которую мы сейчас празднуем в деревне Рассвет, в деревне Протасы. Ну и, конечно же, еще много-много-много народных традиций и обрядов. А расскажите нам какой-нибудь обряд, который, может быть, или самый загадочный, или самый популярный в Октябрьском районе. Да, на сегодня у нас есть традиционный обряд, который бытует еще и в деревне Поречье. Вместе с бабушками наши работники, жители ходят по домам. Называется этот обряд «Богач». Его проводят в конце завершения уборки урожая. Своеобразные дожинки такие? Своеобразные дожинки, да. В деревне собирается группа людей, берут корзиночку с зерном, зажигают свечу и со свечой обходят в деревню, заходя в каждый дом, в каждое поселение, в каждую улицу, желая каждому хозяину, хозяйке благополучия, добра, мира, здоровья. В конце деревни они заходят к последней хате, где и оставляют этот богач на целый год. Ой, как повезло последней хате! А говорят, что жить с краю плохо. И говорят, что эти хозяева будут счастливыми весь год. И у нас в деревне Поречье есть такое вот выражение: «Будь богатый, як осень». То есть именно как богач. Богач у нас есть три терминологии, три означения этого слова. Богач – это была именно эта корзинка, которую носили свечу, а свеча символизировала, конечно же, солнце, которое огревало, оберегало, защищало урожай весь год. Второе понятие слова «богач» – что это мифологический персонаж, который охранял и берегал урожай. И третье понятие – богач, что это богатство, от слова богатство. Ну, это что, понятное такое понятие. Да, что это и есть говорится. Урожай, который собрал земледелец. Спасибо большое. Тамара Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот как часто в обрядах вот сегодня используются, например, обрядовые куклы, куклы-обереги? И покажите, главное. Конечно же, вот эта кукла – неразлучники. Она дарилась жениху и невесте на свадьбу. И эта кукла цеплялась на свадебный поезд, когда жених ехал когда-то к невесте. А сегодня используются такие береги? Конечно. Наше объединение «Берег» так и называется от того, что мы делаем обереги. И у нас вот покупают на свадьбе, дарят жениху, невесте вот такие вот куколки. Еще не только это. Еще вот купава, например. Такая куколка, она и сейчас у нас только большими их делают, конечно же. Вот эти ленточки, это не просто украшение куколки, это считалось, что люди завязывали свои болезни. И когда сплавляли по реке эту куколку или же сжигали, должны были болезни уйти. Такое было поверье. Ну и сейчас... А чем вообще отличаются куклы-обереги именно в Октябрьском районе? Есть ли какие-то вот существенные отличия? Ну, есть, конечно же. Вот эта кукла, она скрутка. Скрутка, мотанка от того, что она мотается из каких-то тканей, с остатков тканей, с ветоши. И еще вот эти вот груди большие – это богатство, продолжение рода. То есть вот эти маленькие куколки, которые висят на поясе у женщины – это продолжение рода. Вообще известно, что славянские куклы-обереги, они всегда имели особое значение и делали их исключительно своими руками, при этом применяли только природные материалы. Из каких материалов вы сегодня делаете обереги? Это ткань, да, лоскутки, да, ткань, ленточки. Лоскутки. Есть какие-то природные, солома,
Вот, например, вот эта кукла, это зернушка. Это также обрядовая кукла, она зерна. Сюда засыпается мешочек такой делается, и сюда засыпается зерно первое, снятый урожай. И этим же, этим зерном и начинают сеять. Ой, какая замечательная, мне кажется, традиция. Действительно, очень-очень красивая традиция. Сегодня у вас представлены рушники, красивые куклы, обереги. Это можно рассматривать еще очень долго. Я думаю, у наших зрителей сегодня будет такая возможность. Но я также знаю, что вы готовы рассказать и показать сегодня телезрителям телеканала «Беларусь-4», как делать куклу-оберег своими руками. Потому что вы утверждали мне до эфира, что это сделать элементарно. Да. Вот не верю и все. Давайте попробуем сейчас вместе посмотреть и научиться. Что будем делать? Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы будем делать куклу-зайчик. Вообще это обереговая кукла и друг наших маленьких детей. Таких куколок делали деткам, которым по 3 годика. Это самый настоящий друг, которому можно рассказать все секреты, он никому не расскажет, поплакать. Ну и, конечно же, лечь с ним спать, чтобы не было страшно. Что нужно для такого зайчика, для такого чудного? Для такого зайчика нужна вот такая полосочка ткани небольшая, посередке берется ушко, завязывается. Красная ниточка обязательно? Обязательно красной ниточкой, потому что красная нитка – это уже оберег, красный цвет считается оберегом. А нитка должна быть какая-то натуральная или не важно? Не важно. Главное, что она цвет. Красная. Вы сделали два ушка, правильно? Да, вот так. Сейчас мы делаем два ушка, делаем такую петельку, закрепляем их. Всему этому мы учим наших деток, и такую куколку может сделать любой. Самые маленькие детки приходят и делают такую куколку. Вот мы берем синтепон, такой у нас есть, или вату можно, что угодно. Формируем головку. Формируем головку, залаживаем вот здесь ткань, чтобы не виден он был. И опять же делаем петельку, закручиваем. Так. Сейчас еще будет уши видно. И голова есть. Да, уши и головка. Опять же делаем петельку. И все делаем без отреза ниток. Все одной ниточкой. Затем вылаживаем на столе. Называется зайчик на пальчик. Это, естественно, его можно будет надевать на пальчик. Ой, то, что, наверное, очень любят дети. Дети, да? То очень есть это любят. И игрушка, и оберег в одном. Они приходят нам на занятия и с удовольствием делают таких. Вы так быстро это делаете, вот и у меня тоже так, наверное, получится. Конечно, если я попробую. Получится. Я обязательно попробую после программы. Делаем ручки вот такие. Так. Талию обязательно. Обязательно должен быть крестик обереговый. То есть мы должны скреплять вот эти ручки и саму куколку крестиком, в виде обереговым крестиком. Так. Так, закрепляем. Можно оторвать, можно отрезать. В данном случае мы отрежем. И вот наш зайчик на пальчик. Это самое быстрое, что дети могут сделать. У нас дорогие друзья, вот видите, как легко на самом деле приобрести себе друга, оказывается. Вы знаете, мы благодарим вас за этот действительно чудесный мастер-класс, за этот рассказ. Приходите к нам еще, Тамара Ивановна. А еще я хочу вам подарить вот такие куколки. Это берегиньки. И пригласить вас на наш фестиваль. Спасибо большое. Ну что ж, вот такие берегиньки отправляются в музей программы «Добрый вечер, Гомель». Спасибо за приглашение. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим зрителям в студии. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем рассказ об Октябрьском районе. Thank you.
говорить про Октябрьский район и не сказать о гончарстве невозможно. Дело в том, что гончарным промыслом местная деревня славится еще с 15 века. Кстати, попробовать себя в керамике сегодня мечтает все больше белорусов. Вот в чем же прелесть этого занятия и как вообще глина помогает раскрыть внутренний мир человека, расскажет наша следующая гостья. Встречайте, пожалуйста. Ирина Владимировна Добрянская у нас в гостях, мастер по гончарству Октябрьского дома ремесел. Добрый вечер, Ирина. Проходите, рада видеть вас в нашей студии. Вы знаете, что вот благодаря таким, как вы, возрождается очень забытое ремесло, гончарное искусство, керамика. Кстати, вот вы можете объяснить нам эту разницу гончарства и керамика? Ну, керамика – это вообще все, что делается из глины. А гончарство – это когда мастер за гончарным кругом делает посуду. А, кстати, вот из того, что представлено сегодня в нашей студии, покажите нам эту разницу. Что из изделий называется гончарством, а что керамикой? Ну, вот в этом сувенире вот этот вот кувшин сделан на гончарном круге. А все остальное – это ручная лепка. А, ручная лепка, то есть керамика. Да. Спасибо. А это вообще все работы сделаны вашими руками, которые сегодня здесь? Нет. У нас в доме ремесел есть 12 мастерских, 5 из которых они находятся в сельских филиалах. И работает у нас тоже замечательный мастер, зовут ее Татьяна Ковалева. Она создает вот такие замечательные замки, у нее коллекция большая. Это вот аплодисменты для мастериц. Скажите, а вот что лично вас подтолкнуло к такому увлечению? Ну, однажды я посетила выставку керамики, и мне, ну, очень захотелось попробовать что-то сделать самой, и вот так завязалось. Вы знаете, вот есть такое выражение, вот часто можно услышать, что глина не терпит суеты. Вот, да, вот с одной стороны такой, кажется, податливый материал, подумаешь, пластилин. Можно вылепить все, что хочешь, но мне кажется, есть какой-то главный секрет работы с глиной. Признаюсь честно, это моя еще пока мечта, да, это, я хочу этому очень научиться. Ну так скажите, в чем же этот секрет все-таки, на ваш взгляд? Ну, при работе с глиной не нужно спешить. Так. Вот, делать все тщательно, аккуратно. Когда лепишь с глины, ну, думаешь о каких-то вот хороших, добрых мыслях, и все это впитывается в глину. Получаются отличные сувениры, отличные подарки для друзей. Ну, а у вас всегда получается вот изделие так, как вы задумали? Или приходится ее мять, переделывать? Это, кстати, прекрасное свойство глины, мне кажется. Есть разница. Задумываешь одно, а в процессе вот работы получается немножко другое. Но все получается очень хорошо. Ирина, а вообще с какой глиной вы работаете? Где ее берете? Это какой-то местный материал? А глина у нас вот такого вот цвета. Она хорошо подходит для гончарства. Она пластичная, податливая, жирненькая. Закупаем мы ее на заводе, она уже продается готовая. И можно взять кусочек и начать уже делать. Вот я вижу, что вы принесли специально глину, да, сегодня с собой. Расскажите, что можно приготовить из такого небольшого кусочка глины? И что мы, в принципе, сегодня попробуем сделать? Мы очень часто любим со своими учениками лепить вот такую вот птичку счастья, чтобы она приносила в дом, влетала вот просто и приносила в дом много счастья, удачи, ну, здоровья, чтобы все было хорошо. То есть мы сегодня попробуем слепить птичку счастья по октябрьскому рецепту, скажем так. Итак, дорогие друзья, рецепт октябрьского счастья, я бы сказала, вот прямо сейчас на Беларусь-4 мы берем глину. Кусочек глины. Так. Делаем из нее лепешечку. Так. Блинчик такой разминаем. Затем делаем пельмешку. Чтобы хорошо склеивалось, нужно немножко смочить эту глину, чтобы она хорошо приклеилась. То есть глина, вода, губка, да, и умелые руки. И добрые-добрые мысли. Ну, в принципе, все секреты мы только что нашли. Я повторюсь немножко. Пожалуйста, да, вы волнуетесь. Дорогие друзья, мы будем наблюдать.
наблюдать, как это делается и как у нас появится птичка счастья. А пока хотелось бы задать еще один вопрос. Сколько вообще времени в среднем уходит вот на изготовление такой вот одной птицы счастья и вообще такого небольшого изделия? Для создания такой птички уходит где-то полчаса, но есть несколько этапов. Сначала мы создаем свое изделие, затем мы его сушим. Сушить хорошо на солнышке, чтобы оно впитывало от солнца вот тепло. Натуральное, настоящее. Да, для этого нужно тоже несколько дней. Затем мы обжигаем. Есть специальная муфельная печка. Обжиг занимает тоже около суток. Глина там раскаляется очень хорошо, потом ей нужно потихоньку остыть. Получается, после обжига уже изделие вот такого цвета, оно твердое, не боится воды, и его можно разукрасить красками. Используем мы гуашь, акрил. Ну, давайте мы сначала сделаем птичку, да, а потом поговорим о том, что, да, как же ее разукрасить. А вообще много ли сегодня вот в районе молодых, скажем, представителей вот такого гончарного ремесла? Ну, вы знаете, людей, которые хотят попробовать себя в гончарном искусстве, конечно же, я не сказала бы много, но они есть. Потому что каждый человек, как и вы повторялись об этом, к чему-то должен прийти. Вот вы еще не попробовали, к примеру, правильно? Очень хочется, очень да, хочется. Попробовать. Да. Поэтому сказать точно цифру я не берусь. Вот. Но факт то, что у нас в каждом учреждении культуры созданы филиалы гончарного искусства. Это в сельской местности в том числе. Спасибо. Поэтому, ну, процент... Да, было бы желание, что называется. Дорогие друзья, сразу после рекламы мы продолжим рассказ. Вы узнаете о том, чем же еще привлекательна Октябрьская земля. Масштабный проект, посвященный 80-летию Гомельской области. На протяжении месяца наша программа рассказывает о районах Гомельщины, о людях, которые там живут. Дорогие друзья, согласитесь, это уникальная все-таки возможность познакомиться с обычаями, традициями наших малых городов, наших агрогородков, наших сел и деревень. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях представители Октябрьского района. И вы знаете, пока вот Ирина Владимировна Добрянская, мастер по гончарству Октябрьского дома ремесел, лепит из глины птицу счастья, мы пообщаемся с управляющим делами Октябрьского райисполкома Валентиной Владимировной Шлопаковой. Начнем, наверное, с одной из особенностей Октябрьской земли, которая богата лесами. Известно, что лес занимает большую половину территории района. И, кстати, говорят, что очень богата Октябрьская земля, Октябрьский лес богат на ягоды, грибы и, что самое интересное, лекарственные растения. Но вопрос у меня немножко другой. Какой все-таки отпечаток это накладывает на жизнь, на уклад вот местных обитателей и на деятельность предприятий? Ну, вы знаете, начну с лирики. Я бы наш Октябрьский район охарактеризовала с высоты птичьего полета зеленый рай с голубыми глазами. Конечно же. Общая площадь покрытия лесом Октябрьского района составляет более 60%, а лесистость 57%. У нас 10 рек протекает и 10 магистральных каналов, не считая озер, водохранилищ и так далее. Два заказника, это Бобинец и Октябрьский, так называются они. Флора, фауна разнообразная представлена. Понятно, что такое разнообразие не может не отложить свой отпечаток на жизнедеятельности октябрьчан и гостей, посещающих наш район. В первую очередь, это туризм, конечно же, туризм. Туристы охотно посещают район, хотя бы потому, что мы являемся одним из самых чистых, самых благодатных районов, которые радушно встречают не только своей природой, но и, конечно же, своими людьми. Более того,
лесохозяйственное государственное предприятие, которое большую часть занимает в доле промышленности лесоперерабатывающих предприятий района, на котором трудятся более 300 человек, оно участвует в экономике района очень активно. Придает работу не только жителям Октябрьского района, и лес — это, конечно же, создание малых предприятий. Сегодня у нас создаются малые предприятия на базе лесохозяйственных учреждений, лесоперерабатывающих, то есть создаются новые предприятия лесоперерабатывающих. То есть это хорошая возможность для создания бизнеса даже? Это хорошая возможность для создания бизнеса. И у нас 8 предприятий-экспортеров, так вот 6 из них – это предприятия лесозаготовительной перерабатывающей отрасли. Но вы знаете, я хотела бы еще обратить на что внимание. Дело в том, что слава еще и об октябрьском молоке и масле, она уже разнеслась по всей стране. Вот мне что интересно, как наличие собственного молочного производства влияет на развитие Октябрьского района? Это сельскохозяйственный район. Каждому понятно, что аграрно-промышленный комплекс – это база, на которой формируется не только Октябрьский район, но и любой район, в том числе особенно сельскохозяйственный. Продовольственная безопасность, стабильность таких районов, маленьких, как наши, люди, которые задействованы на всех этих сельхозпредприятиях. А завод, вы сами должны понимать, что это еще переработка, это статусность, тем более наш Октябрьский завод, который берет лучшие гранды и лучше становится лауреатом на любых конкурсах. Кроме того, почему наше масло и почему наше молоко самое лучшее? Потому что оно натуральное. Мы сегодня говорили о традициях, о традициях в фольклоре, но эти же традиции переносятся и в экономику. Мы все делаем по-настоящему. У нас люди из поколения в поколение передают мастерство маслоделия, мастерство вот этого выпаривания молока. Я процесс не буду идти, но достаточно сказать, что на заводе у нас трудятся династии. И вот в каждый день города, праздник Дня города, мы награждаем эти династии. Поверьте, каждый год находится та династия на заводе СОМ, которую мы восхищаемся, которую мы награждаем. Вы знаете, мне кажется, только что на «Беларусь-4» мы раскрыли секреты октябрьского вкусного масла и молока. Дорогие друзья, не пытайтесь повторить, у вас не получится. Здесь дело все в семейных традициях, таких много-многовековых, наверное. Вот эти аплодисменты, да. Это для работников Октябрьского молочного завода сухого молока, правильно да, называется? Да, сухого обезжиренного молока. Но создавая, сохраняя традиции, мы создаем и новое. Вот в 2017 году у нас появилось новое масло, панское и шляхетское. Вот так. Хорошо, давайте затронем еще и сельское хозяйство. Вообще, как развивается агропромышленный комплекс Октябрьского района? Чем живут сегодня местные аграрии? Расскажите нам. Аграрии живут полной жизнью. И я бы не стала, наверное, отделять завод сухого обезжиренного молока от работы аграриев. Дело в том, что у нас 8 сельхозпредприятий, которые занимаются полным циклом производства. Это и животноводство, и растениеводство. И, конечно же, сырьевой базой для нашего завода сухого обезжиренного молока является продукция животноводства, которую производят, собственно говоря, наши 8 сельхозпредприятий. Чтобы вы понимали в цифрах немножко, ну, плюс-минус, да, значит, 25% продукции животноводства – это деятельность наших открытых акционерных обществ, или сельхозпредприятий, как принято называть, и чуть более 25% в доле экономики района – это продукция уже завода СОМ. То есть более 50% экономики района – это промышленность агропромышленного комплекса Октябрьского района. Это очень существенно. Более того, на рабочих местах сельхозпредприятий задействовано более 1200 человек. Всего задействовано у нас людей, которые активно задействованы в экономике, это чуть более 4500 человек. Вот. И около 1500 – это работники сельхозпредприятий. Во-первых, это рабочие места. Это рабочие места. Сегодня наши сельхозпредприятия не стоят на месте. В 2016 году на 3 процентных пункта мы повысились в производстве молока. На 6 процентных пунктов или 116% к росту, валовому росту 2016 года по производству в животноводстве в целом. Сегодня это новые технологии. Вы знаете, бывая в школах, бывая
просто в коллективах, а у нас есть свой лицей, это сельскохозяйственный лицей, мы пытаемся рассказать и донести нашим детям, нашим учащимся о том, что IT-технологии — это хорошо, но вот хорошо, когда вы эти IT-технологии примените и принесете к нам в район, потому что сегодня мы полностью в районе, в сельхозпредприятиях ушли от ручного труда. Какое значение местной власти уделяет сегодня в социальной сфере? Не зря же мы говорим: социально-экономическое развитие региона. И справедливо социально ставим во главу угла, экономику потом. Хотя в реальности мы понимаем, что экономика дает нам хлеб, одно без другого не бывает. Так вот, сегодня доля в бюджете расходов в бюджете района 74% мы в 2017 году направили на развитие социальной сферы. 74%. А что это конкретно? Что конкретно? Это развитие учреждений образования, это развитие сферы услуг в социальной сфере, это учреждение культуры. Конечно же, учреждения культуры, это учреждения здравоохранения. То есть это все то непосредственно, что улучшает жизнь нашего замечательного родобильского человека. А расскажите тогда, вот медицинские услуги, какие сегодня доступны жителям Октябрьского района и особенно вот сельской местности? В 2017 году, это наша гордость, мы сегодня при активной поддержке депутатского корпуса, при изучении спроса наших жителей, чтобы наши жители не ехали в город, не ехали в Минск, мы приобрели аппарат УЗИ сканирования сердца и сосудов. То есть это очень серьезный большое аппарат. Большое достижение для района. Большое конечно. Достижение для района. Более того, мы укрепили материально-техническую базу нашей центральной районной больницы в плане лабораторного исследования того же скрининга сердца. У нас на трех постах скорой медицинской помощи, машинах, а мы тоже это сохранили, хотя, может быть, район маленький, кто-то скажет, но действительно это нужно для нашего населения. Сегодня они материально укреплены, у нас есть и кардиографы, и так далее, и так далее. Мы поддерживаем нашу центральную районную больницу и районным субботникам сами отремонтировали педиатрическое отделение и будем продолжать работу в этом отношении. Дорогие друзья, поэтому... вот вы подумайте, что мы сейчас говорим о каком-то столичном районе. Да? На самом деле сегодня у нас в гостях представители Октябрьского края, Октябрьского района Гомельской области. А вы знаете, это место, оно окутано древними легендами и преданиями. Местные жители здесь с особым трепетом хранят вот древние обряды, возрождают костюмы, хранят традиции. Октябрьский район, он находится в 190 километрах от Гомеля и проживает здесь сегодня 13,5 тысяч человек. Кстати, районный центр – это городской поселок Октябрьский. Здесь есть центральная площадь, здание райисполкома, монумент борцам за советскую власть. Кстати, в Октябрьском очень много памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Есть также на территории городского у поселка две школы, гимназия, дом культуры и дом творчества, в которых организовано множество кружков и спортивных секций. Ну, а самое крупное предприятие в поселке, как мы уже сказали, это Октябрьский завод сухого обезжиренного молока. Местные жители все как один утверждают, что здешнее молоко, масло и кефир самые вкусные. А вы знаете, одна из главных достопримечательностей Октябрьского – это свой собственный зоопарк, один из трех в области. И надо сказать, что вообще к животным здесь особое отношение с давних времен. Например, символом городского поселка Октябрьский стала белка, и это тоже не случайно. Итак, почему же белка стала символом этого края и вообще, что значит рудобелочка, расскажет Карина Анатольевна Курсевич, директор Центра истории и культуры Октябрьского района. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Карина Анатольевна, расскажите обязательно всем нам, почему белка – символ Октябрьского района и вообще, что обозначает рудобелочка. Как уже было выше сказано, что именовито символом Октябрьского района являются белки. На гербе нашего Октябрьского района на жовтым фоне змешчаны три чырвоныя белкі. Гэта тры населеныя пункты Рудня, Карпілака і Рудабелка, якія ўвайшлі ў склад Рудабельскай воласці з цэнтрам у вёскі Рудабелка. Белкі красныя. Белкі чырвоныя. Чаму ж чырвоныя? Ну, зразумела, трэба адзначыць наступнае, што
Еще с 1507 года рудобелка належала Радзівілам. И у шматких переписах 16-17 года есть шмат информации про эти белки. Кажут, что там было их вельми шмат. Однако при инвентарном опису 17-го года была знойдена помылка, что на территории рудобелок проживало только две белки. Да ну? Так. Я была уверена, что край белок. Але есть такая основа. Так. Чому ж все-таки рудобелки? Ну, руда, зрозуміла, тому что Октябрьский район, территория Октябрьского района, это болотистая местность, а вот эти часы, это шмат руды. Зрозуміла, что из руды выплавляли железо. Чому ж все-таки белки? Есть еще одна версия об том, что при перепису инвентарного вопису была зроблена помылка. И не белки, а белые. Так назывались земли, которые вызволялись от податков и данины. А мы ведаем, что Радзівілы были знакомитым родом, которые воевали. Именно князь польский и великий князь литовский вызволял их от этих податков. И поэтому мы можем сражать, что все-таки же была не руда белка, а руда белая. В общем, все как обычно. Какая-то историческая ошибка привела к чудесному названию этого места, да? А что-то типа этого. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, Карина Анатольевна, с чего вы обычно начинаете экскурсию, когда вас просят рассказать о своем родном крае, об Октябрьском районе? Когда мы сустракаем шматликих туристов, которые проживают у нас наш район, мы их сустракаем на центральной площади нашего городского поселка Октябрьский. Виновата на этой площади смещены, может быть, самые две выдатные местины нашего района в угле. Это стена Присвячения, где смещены бронзовые барельефы героя Советского Союза, это воинов-земляков и воинов, которые отримали это звание при вызволении района. Кому интересна история края, вот, пожалуйста, в музей. Вас там с удовольствием ждут. Огромное количество экспонатов, экскурсоводов. Не сидите, поднимайтесь и езжайте в Октябрьский район, убедитесь сами. Но мне что же интересно, каких-то три исключительных, может быть, малоизвестных факта об истории Октябрьского района, которым мы могли бы сейчас заинтересовать наших зрителей. Наверняка есть у вас. Несомненно, есть. Конечно же, по-перше, это значит то, что рудобелка належала знакомитому роду, дворанскому роду российского империи Лапов, где мы ведаем, у нас в музее есть макет. На жаль, не захавался майонток, який был, але макет майонтка у нас есть в музее, поэтому... Калі ласка, мы запрашаем вас в музей, вы бачите гэты маёнтак, вы бачите ўсё родовое древо гэтага знакамітага роду Лапу. Конечно, конечно, проследите так, конечно. Как это было. И самое главное, что вы дознаете всю историю гэтага роду, потому что там были на самом деле выдатные люди. Дарэчы, толькі вспомнить одного Михаила Демьяновича Лапа, который был удзельником повстання декабристов 14 снежня 1825 года у Петербурге. Поэтому это выдатный род и между іншим. Я бы еще напомнила об таком факте, как Рудобельская республика. Очень интересный факт, напомните. Точно, после, о нем забываем. После установления улады, советской улады, менавіта у Рудобелку приехал один из активных удельников установления советской улады у Петрограде, Александр Романович Соловей. Менавіта он уже 22 листопада 1917 года собрал революционный комитет, який его узначали, собрал своих поплечников и установили советскую владу на территории уже Рудобелки. Чуть ли не стали, да, автономной, да, или почти, да, стали. Менавіта, чому Рудобельская республика? Потому что мы же ведаем об том, что уже 17-18-19 годы на Рудобелку пришли две оккупации, немецкая и белопольская. Это были вельми страшные годы, как для мясцового населения, так и для рудобельских коммунаров. Уже в 18-м году был створен первый партизанский отряд под названием «Червоный кастричник». Вот. И отзначу, что моц Рудобельской республики отчуть и чужинцы, которые у 41-м годзе пришли и на нашу землю. Менавіта на тактичных картах вермахта Октябрьский район уже был отзначен как другая Москва. Усе мы ведаем, да, вот был такой факт. Усе мы ведаем об том, что менавіта на героичной Октябрьской земле отримали первые свои звания Герой Советского Союза партизаны Тихон Пименович Бумашков и Федор Иларионович Павловский. Я отзначу, что не каждый музей может похвалиться такой картой, какая есть у нас. Значит, у музея, вместо музея есть карта 42-го года, где немцы обвели Октябрьский район червоным
крыжиком, об тем, что туда дорога заборонена, потому что там шмат партизан. Дорогие друзья, вот видите, какой интересный Октябрьский район. Исторический, героический и очень-очень привлекательный для туристов. Сегодня вот среди зрителей на нашей программе присутствует Татьяна Николаевна Сухая. Это директор культурно-развлекательного комплекса «Бубновка», который расположен в живописном уголке Октябрьского района на берегу реки Птич. Место уникальное, очень популярное у туристов. Ну, во-первых, Татьяна Николаевна, простите, добрый вечер. Добрый вечер. Рада видеть вас в нашей студии. И расскажите, пожалуйста, чем же вы привлекаете туристов? Почему Бубновка сегодня так популярна? Ну, прежде всего, это, как вы уже сказали, это уникальное место, живописное своей природой. Река Птич, она очень полноводная, она очень богата рыбой. Леса наши богаты дичью, поэтому это особо привлекает наших туристов, которые любят поохотиться, порыбачить. Это замечательное место, где можно отдохнуть всей семьей. Это замечательное место для отдыха школьников, молодежи, взрослых людей. А можно ли это назвать место для сельского туризма? Да, это замечательное место, где сочетаются и комфортные условия пребывания на фоне натуральной живой природы. Скажите, а у вас лично есть какое-то любимое место в Октябрьском районе? Ну, конечно же, это мой комплекс. И, наверное, культурно-развлекательный комплекс «Бубновка», да, и река «Птич». Хотелось бы сказать, что у нас тоже место, комплекс. 10 лет назад на этом месте был летний оздоровительный пионерский лагерь. А сегодня, если я правильно понимаю, это резиденция Деда Мороза. Причем не только зимняя, но еще и летняя. Еще и летняя, да, резиденция Деда Мороза, которая пользуется огромной популярностью. Дорогие друзья, вы не поверите, но мы теперь знаем место, где живет белорусский дед, где живут белорусский Дед Мороз и Снегурочка, причем летом. И можно приехать, да, и всегда там же найти Деда Мороза, но только уже не в шубе, а я думаю, в плавках, да? Нет, у него есть вышиванная одежда, вышивала рубашку. Поверьте, сказали бы в плавках, так прилетели бы и прибежали бы как можно быстрее. Ну, как-то не хочется обидеть нашего дедушку, потому что он у нас настоящий. Его называют самый главный рудобельский Дед Мороз. Он принимает парад. В декабре он принимает парад Дедов Морозов, и с его разрешения начинают работать все новогодние площадки и все новогодние мероприятия. Спасибо большое. Вот такие тайные сюрпризы открываем мы сегодня на нашей программе, дорогие друзья. Ну что ж, самое время посмотреть, что получается у Ирины. Покажите, пожалуйста, получилась ли птица счастья на Беларусь-4? О. Вот вышла такая птичка. Очень быстро, кстати, да. Несколько минут и красота есть. А теперь расскажите, ее надо обжечь, а потом разукрасить. Да. Что в результате и какими красками это можно сделать, и что в результате получится? Пользуемся мы красками гуашью и акриловой краской. Вот такая птичка получается в итоге. Настоящая птица счастья. Ну что ж, наша передача заканчивается. И очень жаль, потому что рассказывать про удивительных людей, которые живут в Октябрьском районе, мне кажется, можно долго-долго и, самое главное, интересно. Валентин Владимирович, итак, что такое Октябрьский район? Керамика, рушники, удивительные костюмы народные, песни, танцы, рудобельское масло, интересные туристические маршруты. Ну, продолжите еще этот список. Октябрьский район – это современный, компактный, улыбающийся это мы заметили. Район, который готов принимать гостей. Мы развивающийся район. Хотелось бы сказать, что у нас налажена добыча нефти, что у нас огромные залежи калийных солей, которые тоже, я думаю, что в стадии разработки. У нас развивается бизнес, как я уже сказала. У нас здоровая конкуренция. На фоне 121 объекта торговли, которым владеет Райпо, у нас в 2017 году открылось 7 частных объектов торговли. Вы можете представить. Более того, в 2016 году наш город признан городом культуры в год культуры. О чем это говорит? Это говорит об очень многом, да. Это говорит о очень культурном много. Центре, я бы так сказала. Кроме того, гости нашего района, когда приезжают в сам горпоселок, что они видят? Они видят башенные краны. А коль город строится, значит, это город молодых людей. И мы продолжаем строительство для молодых людей, для молодых семей. Спасибо. А что вы пожелаете жителям района и зрителям телеканала «Беларусь-4», вот пользуясь случаем в нашем эфире?
жителям района, всем-всем-всем зрителям телеканала «Беларусь» и всем людям, что бы хотелось пожелать? Конечно же, здоровья. Здоровый человек – это человек-оптимист, это человек, который сделает многое для своей страны, для своей родины малой и для своей семьи. А из этого это вот как пять пальцев сложить вместе. Мы семья, и каждый не может жить по отдельности. Сегодня мы очень много говорили о традициях, но хотелось бы, чтобы каждый из нас, перенимая эстафету прошлого в погоне за будущее, все-таки не думал о славе, не думал о своих каких-то личных амбициях и достижениях. Нужно думать о тех людях, о их чести, о их достоинстве, о их подвигах, которые творили нам настоящее. Думайте о настоящем, живите настоящим. Поверьте, будущее будет очень прекрасным. Мы хотим подарить вашей программе на память вот такое панно, тарелочку с гербом нашего Октябрьского. И еще вот такую чудесную зимнюю птичку. Она непростая, это свистулька. А, то есть я должна попробовать, работает ли она. Так. Спасибо вам большое за такие чудесные подарки, дорогие друзья. И это подарки Октябрьского района. Дорогие друзья, дело в том, что фольклор и народное творчество, повторюсь, это особенность Октябрьского района. Вот взять хотя бы название народного вокально-хореографического ансамбля «Рудобельская потеха». Вот, кстати, у нас в гостях руководитель коллектива Ольга Владимировна Беняк. Встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, очень хочется узнать, откуда такое игривое название? Это как-то связано с репертуаром коллектива или все-таки такой местный юмор? Да, вы немножечко угадали. Это действительно связано именно с репертуаром. Преимущественно в репертуаре коллектива шуточные песни. Юмор. В тексте прослеживается юмор. Но не только юмористические песни. Мы затрагиваем и патриотику, белорусские народные песни, украинские и русские народные. И не только, не просто народные, а народные, стилизованные. То, что сейчас требует время. А скажите, пожалуйста, сегодня зрители телеканала «Беларусь-4» услышат что-то потешное или патриотическое? Нет, сейчас зрители услышат песню авторскую. Не потешно. Ну, вы знаете, у вас есть уникальная возможность, пользуясь случаем, представить сейчас свой коллектив, потому что, дорогие друзья, на «Беларусь-4» сегодня появится «Рудобельская потеха». Дорогие друзья, для вас и для вашего хорошего настроения выступает народный вокально-хореографический ансамбль «Рудобельская потеха». Дорогие друзья, ну а я прощаюсь с вами. Это был еще один «Добрый вечер», Гомельс, Наталья Волынец. До новых встреч в эфире. Надеи, спадзяванні, любі усім нам
счастья и добра. Как бы настрой крыл снят, и ее сердце лады свято, как бы не было ни корю возгоды. Как бы жили богато, как где-то полна хата, и как вам только счастья зажды. Как бы жили богато, как где-то полна хата, и как вам только счастья зажды. Ее сердце лады свято, дабы не было ни корю вас беды. Дабы вы жили богато, как где-то полна хата, и как вам только счастья зажды. Как вы жили богато, как где-то полна хата, и как вам только счастья зажды. И как вам только счастья зажды. И как вам только счастья зажды.